В Москве представили новую коллекцию футболок с изображением Владимира Путина. Идея молодых российских дизайнеров уже пришлась по вкусу тысячам модников. Предыдущую партию раскупили менее чем за сутки. Учитывая спрос, количество экземпляров в этот раз существенно увеличили, плюс разнообразили ассортимент. В итоге к московскому ГУМу сегодня выстроились огромные очереди. Среди желающих обновить свой гардероб Алексей Лазуренко встретил даже голливудскую звезду. В Москве очередь среди дорогих брендов. Санкции? Нет, не слышали. За президентом стоим. На 4 дня в ГУМ вернулись футболки с Путиным, снова вызвав ажиотаж. Одну для себя, другую для коллеги, еще для друзей. Но главное – президента поддержать. Благодаря последним событиям у нас у всех все-таки достаточно патриотизм вырос. Поэтому наш президент, он достаточно ведет грамотную политику и всегда хочется его поддержать. В поддержку Путина и его политики, так что... Путин и цветы, Путин в Крыму, Путин самый вежливый из людей. Коллекция из 15 принтов пополнилась 2 новыми на морскую тематику. Президент не перестает вдохновлять 2 молодых российских дизайнеров. Своими победами, победами России, теми событиями, которые происходят, мне кажется, это мало того, что знаково и в том числе очень сильно. Сильно, но вежливо. У мужчин именно эта линия популярнее всего. Такую на этом, где он на лошади, нас не догонят. А ты размер? 48-50 вообще. Девушкам выбор сделать сложнее, слишком богатый ассортимент. Ну вот скажите, мой? Вроде бы да. Я хочу такую, 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 вот такую и еще вот такую. Да. Почему? Зачем? Это моя проблема. Как удержать нашу музыку? Вежливо пробирается сквозь прессу к кассе и Микки Рур. Говорит, покупки совершал по соседству, а тут такое. Примерка прямо посреди ГУМа. Но счастье российских поклонниц с горечью. У голливудской звезды уже есть российская девушка. Теперь он открывает для себя символы большой страны. Бабушка, теща, президент. Я видел его пару раз. Он реально классный парень. Смотрит прямо в глаза. Это очень ценно, поверьте мне. Если бы он мне не нравился, я бы не купил эту футболку. Вы бы не развели меня на такие деньги. Счет у актера действительно вышел кругленьким. Одна футболка 1200. Еще нужно девушку одеть плюс чехол на телефон. Но деньги эти пойдут на благие цели. В июне выручку от продажи футболок с президентом ГУМ отправил на помощь 8-месячному Евгению Изикяну из Славянска. Мальчик с редкой формой болезни теперь находится в Петербургской педиатрической академии. В этот раз деньги тоже потратят на благотворительность. И то, как расходятся футболки, говорит, что выручка будет впечатляющей. Чего брали? Ну, все понимают. Нас не догонят. А почему? Нас действительно не догонят. На третий час торговли очередь только увеличилась. Вот что значит сила бренда. Похоже, и 7 тысяч футболок на 4 дня торговли не хватит. Продажи придется сворачивать досрочно. Впрочем, к осени дизайнеры пообещали пополнить коллекцию и вернуться вновь. Алексей Зуренко, Владимир Сотников и Илья Савельев. 5 канал.